Сотрудники уголовного розыска Вышневолодского отдела полиции задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в серии краж из частных домовладений. Полицейскими установлено, что один из фигурантов, 33-летний житель города Вышневолочка, имеющий в своих кругах состоятельных знакомых, которые обладают денежными средствами, а также дорогостоящим имуществом, в том числе ювелирными изделиями, с целью извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения, вступил в преступный сговор со своими знакомыми, двумя жителями Новгородской области 1984 и 1989 года рождения, с одним из которых ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений. Как следует из оперативных материалов, житель Вышневолочка, используя автомобиль BMW, чаще днем и в рабочие дни изучал повседневную жизнь предполагаемой жертвы, устанавливал всех членов семьи, род деятельности, фиксировал на мобильный телефон расположение имущества, а затем определял день совершения преступлений. При совершении преступлений добычей чаще всего становились денежные средства, ювелирные украшения и дорогостоящие часы. В настоящее время оперативниками установлена причастность злоумышленников к трем эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории региона. Сумма похищенного по доказанным фактам составила порядка 8 миллионов рублей. В результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли часть похищенного имущества, в том числе и средства совершения преступлений. Сейчас все участники организованной группы заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража».